нет универсальных форм, но есть общее направление, и я постараюсь его рассказать. Это прежде всего глубоко осознать, что это неправильно. Мы не знакомы, но я полагаю, что вы прошли уже этот участок пути. Глубоко осознать, что это неправильно. Теперь, это еще не все. Надо, чтобы, когда уже это осознано, я сейчас дам неожиданный совет совершенно, надо на этом не зацикливаться. Даже на уровне примитивном, понятно, зациклиться, это значит крутиться нам и стоять на месте. Энергии будет потрачено много, пользы и движения никакого не будет. Не зацикливаться, не травить себя, не мучать. Это действительно очень плохо. Но вот эта зацикленность, она не приведет никуда. Это будет белка в колесе. А что делать тогда? Это, значит, я такие рекомендации могу дать. Это совершенно, если так можно сказать, спокойно и ненавязчиво, творчески подойти к поиску возможностей помогать другим, которые находятся в аналогичных ситуациях. Совершенно не таких, как вы. Я сейчас объясню. Но похожих, аналогичных. А именно. Например, если вы знакомы с какими-то женщинами, с одной женщиной, которая размышляет, сделать, не сделать аборт, сомневается и так далее, надо научиться помочь добрым словом и укрепить дух человека, чтобы она приняла решение не делать аборт. Это решение иногда тяжелое, особенно для материалистов. Они живут, размышляя материалистически. Что будет, как прокормить, как прокормиться самой, как прокормить ребенка и так далее. Мысли неверные, но они распространенные, поэтому надо знать, что с этим делать. Например, в Израиле есть организации, несколько организаций, которые помогают таким женщинам в смысле укрепления духа, логического, правильного взгляда на мир, более глубокого, более мудрого. Есть такие организации, такие в Израиле, женщина, которая, как вы, вот, хочет что-то исправить, она может присоединиться к этой организации в той или другой форме, и это будет конкретно и хорошо. Если нет организации такой, значит, как я сказал, надо начать потихоньку интересоваться. Может быть, найдутся такие женщины, которым нужна помощь с добрым словом и в других аспектах. Если есть организации такие, и вы подписали, что это Беларусь, то тогда нужно проверить, что эти организации не имеют никакого отношения к религии. Ни к христианской, ни к исламской. Вот. Потому что нельзя иметь с ними ничего общего, ни по одному вопросу. И поэтому тоже. Даже когда дело благородное, они как будто занимаются благородным делом, но что они делают? На одной чаше весов это вот хорошее благородное дело, на другое духовная смерть, потому что они сеют духовную смерть. Они затемняют Творца мира, вместо него они придумывают автономные какие-то силы, идеи какого-то сына, я думаю, меня понимают, да, какого-то сына, какого-то пророка, какие-то другие вещи, о которых даже говорить здесь не надо. К этому не надо иметь никакого отношения. Но если эта организация, помогающая женщинам не делать аборт, нейтральная, не религиозная, не связанная с этим идолопоклонством в любой форме, то тогда, ну, можно подумать и иметь с ними дело, и тоже там помогать. Теперь нет организации, и вам трудно находить конкретных женщин. Действительно, не так просто. Все равно нужно творчески думать. Например, нужно найти в интернете хорошие, трогающие ум и сердце тексты и рассылать их в интернете в соответствующие какие-то сайты, внутри каких-то социальных сетей, через друзей, через коллег, через знакомых. У нас на сайте есть много материалов
которые касаются этой темы. Не прямо. Есть прямо тоже, может быть, что-то, но есть поисковик такой. Я даже не проделал эту работу, не искал. Потому что это не надо. Вы сами сможете это сделать. Есть, главное, другие материалы. Не обязательно ведь на эту тему. Дело же не в этой теме, а в духовной силе. И когда есть сила, то человек не будет делать то, о чем то, что есть тема нашего разговора. Когда нет силы, ничего не помогает. Поэтому духовное укрепление это задача номер один в исправлении той проблемы, той беды, о которой вы написали. Вот. Ну и кроме всего этого, я уже тут, видите, указал несколько возможностей. Надо творчески подойти, исходя из вашего места, вашего жизненного опыта, возраста, сопутствующих обстоятельств, так это назовем. И у вас будет получаться. И это будет, как вы написали, что сделать, чтобы исправить. Или чтобы помочь душе. Вот так вот и будет хорошо тогда. Действуйте в том объеме, который хочется. Как я уже сказал вначале, не надо зацикливаться. Не надо впадать в ситуацию такого психотного действия, нервную ситуацию. Это не нужно никому. Сколько есть сил и возможностей, и сколько есть желания, столько этим и занимайтесь. И будет хорошо. Всего доброго. До свидания.